Здравствуйте, мои подписчики канала Гаврошенко Артур Витальевич. С вами я, как всегда, Гаврошенко Артур Витальевич, путешественник. В сегодняшней серии я покажу всю мою коллекцию автотрапов и всю коллекцию машин, которые обслуживают самолеты в аэропорту после посадки. Это вот автотрап, который подходит к Боингу 777-9 авиакомпании Аэрофлот российские авиалинии. Также у меня есть вот такая вот моделька автотрапа, крытая авиакомпании Аэрофлот российские авиалинии, которая подходит к А380, который у меня в Тирасполе дома на балке. Также у меня есть еще вот такой вот автотрап. Это авиакомпании Air Moldova. Он раньше служил Аэробус А340-300. Также у меня есть передвижные автотрапы. Вот такой вот. Все эти автотрапы, что я вам сейчас показываю, служат одному самолету Аэробус А380-900 Нео авиакомпании Air Moldova. Также и вот третий. Также у меня есть перронные автобусы, которые привозят людей от терминала аэропорта Манго к самолету. Вот этот авиакомпании British Airways. Он вмещает 72 пассажира. Также у меня есть автобус, который вмещает 102 пассажира. Это автобус авиакомпании Аэрофлот российские авиалинии. Также у меня есть автобус авиакомпании Air Moldova, который вмещает 140 пассажиров. Также у меня есть автобус авиакомпании Northwind Airlines, который вмещает 40 пассажиров. Также у меня есть вот автобус авиакомпании S7 Airlines, который вмещает 127 пассажиров. Также у меня есть вот такой вот маленький автобус авиакомпании Австрийские авиалинии, который вмещает всего, не знаю сколько человек, ну где-то 57 пассажиров. Не помню, не знаю точно.